Руслан, расскажи, как тебе сборы в Вейрумяке? Ну, хорошие сборы провели, в принципе, хорошая база была. В принципе, подготовились, все то, что хотели сделать командой, сделали, как бы. Все работали, все выкладывались, и как бы, ну, можно дать положительную оценку сборам. Некоторые из ребят отмечают, что вот интересно очень было. Действительно так? Ну да, много интересного. Новые тренера, как бы другой подход, более такой, как бы европейский, так скажем. Ну, не знаю, вот. Поэтому все равно новый тренер, как-то новые упражнения, и много нового, и поэтому, наверное, да, интересные были сборы очень. И это давало такое более позитивное отношение, наверное, к делу. Впереди Кубок губернатора Нижегородской области. Какой настрой перед этим турниром? Да, ну, как всегда, ставим цели выиграть, как бы, ну, и также найти какие-то сочетания, наверное, тренерам нужно, как бы, просто хорошо играть, чтобы, как бы, и болельщиков порадовать, и, как бы, перед сезоном все равно набрать уверенности, найти, как бы, свою игру и, как бы, в сезон уже входить готовыми полностью. Захар, ну если можно, ощущения, как прошли эти сборы в Вейрумяке? Ну, в принципе, все по плану прошло, тренировались. Тренера довольны, мы тоже к сезону, в принципе, подготовились. Еще два турнира осталось, еще больше подготовимся и готовы. Много молодых игроков ездило, а как они, справлялись с нагрузками? Да, справлялись, да, все, в принципе, работали на полную, выкладывались, как обычно в наборах происходит. Слышал, что не было особенно таких больших кроссов. Это как-то обстоятельство порадовало вас? Ну да, я не любитель бегать, но у финских тренировок своя подготовка. Они знают, что делают, мы им верим, они нам доверяют. И я думаю, все хорошо будет. Ну, фундамент, получается, заложен там в Вейрумяке. Да, конечно. Сезон покажет. Еще время есть поработать и подготовиться побольше. Между собой обсуждали уже предстоящий турнир Кубок губернатора Нижегородской области? Да нет, особо не обсуждали. Я по улице не поеду, я в сборную еду с Артемом Федоровым. Мы пропустим его, а здесь в Уфе уже сыграем на турнире.